Для проведения крупного форума с участием представителей всех регионов России выбран Сочи. Олимпийский город всегда будет привлекать тех, кто работает в сфере молодежной политики. Ведь Сочи стал площадкой для новых инициатив. Дети – наше будущее, да. Молодежь – это наше настоящее. Они уже многое могут. Кое-что они могут лучше, чем более взрослые в силу и новых технологий, и новых вызовов, которые стоят перед всеми. И наша задача – создать условия для роста за счет эффективной и совместной работы над проектами, над делами, которые интересны для всех категорий населения. Молодежи это по силам. Такими проектами стали Казанская универсиада и Сочинская олимпиада. Молодежь страны получила огромный опыт работы в качестве волонтеров. А началось все с 2008 года, когда образовались студенческие отряды для олимпийской стройки. Здесь опыт формирования таких всероссийских строек, всероссийских проектов, формирование именно добровольческих инициатив, он большой, он огромный. Сегодня студенческие отряды – это одна из самых массовых молодежных организаций, ежегодно которая охватывает 72 региона Российской Федерации и в количестве более 235 тысяч молодых ребят. Работа по привлечению молодежи в студенческие отряды продолжится. Впереди много проектов, например, строительство 3 атомных станций. Необходимо формировать отряды и в других регионах России, включая город Севастополь и другие города Крыма. Обмен студенческими отрядами будет проводиться с Белоруссией. Речь шла на совещании и о поддержке региональных молодежных форумов, которые на следующий год должны получить статус федеральных. О некоторых вы уже знаете. Это форумы Селигер и Таврида, который в этом году состоится в Крыму. Также есть форумы федеральных других округов. Это и Ладога, и Тимбирюса, и Острова, и Иволга, и Волга. Поэтому именно мы будем говорить об интеграции всех этих форумов в единую систему форумных компаний. В работе форума приняло участие как городское руководство, так и федеральное. Прозвучало обращение в адрес собравшихся от полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова. Полпред призвал молодежь быть смелее и активнее, а чиновников чаще привлекать студентов к решению важных социальных вопросов. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.